приехали в Аризону, зашли в Макдональдс и встретили ребят с Казахстана, которые подписаны на нас и следили за нашим путешествием. Ольга, Коля. Коля, очень приятно. Всем привет! Вот так вот. Так что мир меньше, чем мы думаем на самом деле. Когда мне было лет 9, моя сестра привезла фотографии Гранд Каньона. Мне так и хотелось, поэтому я стащила у нее. Прости, Инна. И, наверное, с того времени у меня была мечта попасть на место с этих картинок.